С песнями, полевой кухней и помощью волонтеров. На проспекте Гая дали старт череде продовольственных ярмарок. Урожай практически собран, на прилавках свежие овощи, фрукты и ягоды. Рядом соседствуют колбасы, яйца, молочная продукция. Приехали не только крупные перерабатывающие предприятия и кооперативы, но и личные подсобные хозяйства, дачники. Всего 240 машин. Конечно же, очень важно, чтобы на ярмарке цены были сдержаны. И, как правило, мы рекомендуем формировать цены ниже на 10-15% по сравнению с торговыми объектами стационарными, которые находятся на территории нашего региона. И мы сегодня видим, что действительно та продукция, которую здесь сегодня привезли наши сельхозтоваропроизводители, она существенно отличается по цене в сторону уменьшения. Ну и, конечно же, качество этой продукции как раз именно этого года. Она, что называется, как раз с поля попадает сразу же на ярмарку. Это, безусловно, радует наших потребителей. Сезонные овощи – лидер продаж. Ульяновцы активно покупают картофель, морковку, капусту, свеклу. Некоторые опытные продавцы уже успели собрать хорошую клиентскую базу, что за их продукцией выстраиваются очереди. А некоторые участвуют впервые. К примеру, магазин «Ферма». Новички на ярмарке привезли продукцию местных фермеров. Мы реализуем продукцию фермеров Ульяновской области. Это КФХ «Глебово», сырное производство, великолепные сыры. Это «Леденев Константин», тоже очень высокого качества продукция. Это полуфабрикаты ульяновского производства, полуфабрикаты с области, с Новоспасского района. Сыры очень вкусные с Новоспасского района. А по соседству можно было запастись медом, душистыми травами, посудой ручной работы. С покупками пенсионерам помогали волонтеры. Следующая торговля пройдет 30 сентября на проспекте Ульяновском в Заволжском районе. Анна Тищенко, Управда ТВ.